Анна просит нас снять, как коты спят. Вот Стюша спит так. Все, он залип. Видите, причпокивается. Это вот так. А он спит. Такой уже в полудреме. Сейчас еще немножечко, он уснет. Ну, может, правда, до конца не уснет, пока я здесь. Ну все, шторки зашторились. Вот такой вот Асан смешной кот. Спит в своем тазике. Яна приедет, я обещаю, я сделаю эти с сеном, попробуем, может быть, котам понравится. Так, конечно, очень смешной Астон. Вот так и не представишь, что это почти 300-килограммовый тигр, для которого мы игрушки. Все, все, уснул кот. Трудно представить, что это серьезный, серьезный, серьезный зверь. Хищник. Так в контрасте, когда на видео можно посмотреть, подумать, что он такой маленький-маленький. Вот. Все просили видео, наконец-то я подобрал момент, когда Стюн, видать, устал. Сегодня он на улице весь день провел. Поэтому так, я рассказывал историю всем вам о том, что когда Астон был маленький, им нужно было присасываться к Яниному пальцу или к моему. И то есть, чтобы кот спал, нужно было давать ему панчик. Он к нему присасывался, и все. Трудности начались тогда, когда Астон начали молочные зубы появляться. То есть он присасывался с зубами, это все больно, натирал огромные-огромные мозоли, и поэтому было больно и страшно. В смысле, страшно больно это все терпеть, но чтобы кот хотя бы поспал чуть-чуть, приходилось это все терпеть. Но это было не напрасно. Ну, так вот. Кот вырос, привычка осталась присасываться. Может, к себе присосаться, к лапе. Может, просто к языку к своему присосаться. Куры, не будите меня, Стюна. Доброе утро. Сегодня разгрузочный день. На, второй. Да. Ну, сына, нет. Здравствуйте. Давай. Все, нет. Нет, еще не доел. Обманщик, на. Все, ты сегодня прокушал. Я тебе сюда положу. Сын. Доброе утро. Доброе, лохмач. Доброе. Как просили снять доброе утро? Выходи, блядь. Доброе утро. Доброе. Доброе. Ты молодец. Молодец. Доброе. Пойдешь, блядь? Что там? Что там? Кофта не... Сян, мне нужна расческа. Сян, мне нужно, чтобы ты меня умыл. И расчесал. Да, умой, пожалуйста. И причесал, и расчесал. Пожалуйста. Можно тебя попросить? Можно? Сианушкин. Да ты мой хороший. Ты бубнила. Я думал, ты мне расчешешь, а ты сегодня не стал мне расчесывать с утра. Чё ты? Му-му моя. А чё ты гундосишь? Сиан, погода классная, да, сегодня? Сиана. Конюшня не выходит еще пока. Дай ладки почешу. Конюшня не выходит. Мама, скоро приедет. Скоро должна уже. Ну да, ну не надо, ну что ты. Да моё ты, моё. Видишь, ты меня даже побрил, почесал. Ты моя хорошая. Ты целовательный кот. Ты меня за подбородок хочешь укусить. Ты мой хороший.
Ёпу. А кто балуется? Ты молодец. Шучила мой. Ты кусательное настроение сегодня. Ты в кусательном, сегодня даже ты кусаешься. Как мне тебя снимать-то? Вот скажи мне. Ну сядь спокойно, посиди. Думаю. Да, я побрился. Специально ради тебя. Неудобно тебе чесать. Это ты. Тима хороший. Верблюды там. Верблюды. Ты их съел бы всех. Ты молодец. Не отвлекай, охота идет у кота. Дедушка там. Ну нет, не кусайся. Больно. Сиана, нельзя, тигры не кусаются. Ты считаешь, что тигры кусаются? За локоть я знаю, что ты любишь. Локоть и подмышка — это твоя любимая, за что ты меня любишь кусать. Дедушка там ходит. Пум-пум-пум-пум. Чей нос? Твой нос. А, это палец. Ты мне палец откусишь, как я буду ходить потом? Тигр, куси. Рося, куси. Рося, куси. Нет, куси. Ай. Балбесина. Ты молодец. Поцелуй. Улю, улю, улю. Болтуша. Ну, не запрыгивай, только на меня я прошу. Что ты считаешь? Это Ройсом от меня пахнет. Ройсом. Ройсом пахнет. Ты странная кошка. Пошли, я с тобой прыгну. Пошли. Пойдем, пойдем. Я тоже спрыгну отсюда. Ты будешь со мной? Ну давай, я тебя поглажу. Ну, не знаю, что такое кундосная такая. Да, это ты там все напометила. Ну да, ты пометила, но я... Только не прыгай на меня сверху, я тебя знаю. Знаешь, как тут неудобно. Так пойдем гулять. Чего ты встал-то? Что, Рось все пометил? Еще не убирался, сегодня утро же. Вот с чего у фонда начинается утро. Пойдем. Пойдем на улочку. Пошли. Пошли, пошли. Там верблюды твои вышли, любимые. Хонд. А! Ну кто кусается? А, иди. Дрыжи. Пошли, пошли. Пошли. Мне же нужно убраться у тебя еще. Слышишь? Полосачевая.